В Минкультуры состоялась передача подведомственным учреждениям интерактивного мультимедийного художественно-документального издания «Мы, российский народ, Дагестан многонациональный», созданного по инициативе главы республики. Напомню, книга рассказывает о народах Дагестана, культуре, традиции и истории. Это первое издание в своем роде. В нем используется инновационный метод сочетания фотоизображений и текстовых материалов с речевыми и музыкальными фонограммами. Среди авторов сам глава республики Рамазан Абдулатипов, а также специально приглашенный гость из Москвы Леонид Резников. Это издание – это действительно замечательный и очень ценный подарок и для музея, и для любой культурной институции, и, я думаю, для любого грамотного, образованного дагестанца, который хочет знать историю своей республики. Ну, надо сказать, что очень подобного издания, вот даже по собранному в ней материалу, не было. Это очень глубокое изучение самых разнообразных тем.